Максим, с победой, с крупной победой. Скажи, соперник подтвердился не так давно, была какая-то о нем информация или с листа играли? Да не, мы с листа играли, в принципе, вообще никакой информации не было. Задача была просто провести игру для нашей нагрузки. Мы играли все равно в свой футбол, мы отталкивались только от себя, поэтому было, в принципе, без разницы, с кем играть. Такое было ощущение, что в начале матча чуть присматривались сопернику, да? Ну да, естественно. Информации, опять же, говорим, никакой не было. Хотелось понять их сильное качество. Потом уже нашли зону, через которую забивали мячи. Ожидал, что счет будет такой крупный? Нет, не ожидал, но так вышло. Сегодня забил гол. Расскажи, как это случилось? Ну, слушайте, отнял мяч, а потом получилось так, что была комбинация, и Дзюба дал мне за спину. Убежал, забил. В принципе, ничего особенного. После тренировок ты часто отрабатываешь удары, участвуешь в челленджах и часто побеждаешь, да? То есть удар у тебя, в принципе, есть? Ну, есть, да, но я защитник, в принципе, это, не, скажем так, не моя работа, да. Мое дело отнимать мячи, больше созидать для команды, создавать момент, а забивать должны нападающие. Вижу на ноге ссадину, это тот момент, когда было нарушение правил штрафной? Там. Да, это когда заработал пенальти, игрок, получается, наступил на ногу уже после того, как я дал пас. Как сейчас нога? Немножко побаливает, ничего страшного. Вроде посмотрели, ушиб, связки в порядке, поэтому ничего страшного. Поддержим лед, все пройдет, надеюсь. До матча с «Динамо» осталось уже совсем немного времени, а ты в нем не сыграешь, да? К сожалению, да, пропущу первый матч. Надеюсь, то, что это не сыграет для нас злую шутку. Команда, в принципе, у нас готова, и каждый готов подменить друг друга, поэтому ничего в этом страшного не вижу. Все у нас в порядке, все готовы, и мы очень сильно готовимся к этой игре. До конца сборов осталось всего ничего. Как вообще оценишь свое состояние физическое и психологическое, наверное, тоже важно? Психологически тяжело, на самом деле, на сборах столько проводить время с одними и теми же людьми. Начинает некоторые подбешивать, но ничего страшного. А в плане физики очень все прибавили. Я думаю, что мы даже добавили по сравнению с теми сборами летом, которые у нас были. Поэтому мы с каждым разом все больше и больше прибавляем. Я думаю, что мы себя покажем. Можешь кому-нибудь привет передать? Привет. Спасибо.